Здравствуйте, дорогие друзья и гости канала. Целая полянка тюльпанов здесь высажена. Это Ливенцовский район, Ростова-на-Дону. Улица Солженицына. Микрорайон «Пятый элемент». А это улица Еременко в нашем же районе. Черемуха цветет. А здесь скверик в первом микрорайоне нашего Ливенцовского района. Тоже очень красивые цветочки, декоративные сливы. И вот такая вот прекрасная декоративная яблоня. Великолепные яркие цветы. Ну, просто чудо. А сливы отцвели уже. Вот такая прелесть, цветущий май. Спасибо за просмотр. Всего вам самого доброго.